Добрый день. Сегодня расскажу вам немного про распределитель МР-80. Значит, обратился к нам клиент с проблемой. В общем, приобрел он распределитель, установил себе на трактор и сразу же пошел на сильный нагрев масла. Вот, новый практически распределитель, и непонятно было ему там, что же произошло. И вот он у нас, значит, нужно сказать, что, конечно, ситуация такая смешная и до боли нам знакомая, очень часто обращаются с такими вопросами. Вот, собственно, все оказалось в невнимательности покупателя. Вот, значит, я вам хочу продемонстрировать. Значит, прежде всего, всегда нужно обращать внимание, покупаете новый узел, обращайте внимание на маркировку. Вот, МР-84/4. Вот, вторая четверка это исполнение распределителя. Их может быть всего 4. Так? И вот этот распределитель, он предназначен, четвертый, для работы вместе с регулятором пахоты. Вот. А у нашего клиента трактор был без регулятора пахоты. Ему, соответственно, надо было взять МР-84/1. Так, почему? Скажу, почему это важно. Значит, на распределителе этом 4/4, значит, есть выход, который идет на регулятор пахоты. Так, на распределителе 4/1 этот выход заглушен. И кроме того, у него есть еще такая особенность, снаружи не видно, в корпусе у него есть там специальные каналы, через которые, когда все золотники в нейтральной позиции, масло сразу, значит, сливается в бак, минуя вот предохранительный клапан, сразу сливается, идет на слив, так? Вот. В распределителе 4/4 этих отверстий нету, и поэтому если, как у клиента, вот это отверстие заглушено, так, соответственно, масло идет на слив через предохранительный клапан. Там же идет его сильный нагрев, что, в общем-то, влияет на работу всей гидросистемы. Поэтому, что можно предложить в такой ситуации? Чтобы не идти, не менять этот распределитель, не покупать новый, не тратить время и деньги, значит, что можно? Нужно снять вот эту пробку и из нее проложить трубопровод в бак. Тогда масло будет сливаться через это отверстие прямо в бак и уже не будет идти через предохранительный клапан. Таким способом мы, в общем-то, уйдем от вообще проблемы регулятора пахоты, и распределитель 4/4 будет также работать, как 4/1 на тракторе. Это все правда. Спасибо. Всего хорошего.